Каннский педагогический колледж вошел в пятерку лучших образовательных учреждений Красноярского края по результатам федерального мониторинга качества подготовки кадров. Учебное заведение выдержало конкуренцию 116 среднеспециальных и 16 высших учебных заведений региона. В этом году более 4500 учебных заведений страны, работающих по программе среднего профессионального образования, предоставили данные о своей деятельности для ежегодного исследования. По его итогам специалисты определили топ-500 сильнейших образовательных организаций России. 5 из них из Красноярского края. Оценивали аналитики по 124 категориям. И во всех из них Каннский педагогический колледж показал хороший результат. Этот рейтинг нам дает возможность, ну, посмотреть на себя как бы со стороны, понимаете? Одно дело, когда ты здесь живешь, работаешь, долго работаешь, глаз, ну, грубо говоря, не, так, ну, вот, не по-научному никак, глаз замыливается, да? А приходит человек со стороны или там организация со стороны, говорит: нет, ребята, вы немножко тут, вот тут вы не дорабатываете, вот вы тут не доделываете, вот у вас тут, ну, надо присмотреться, да? Вот здесь у вас хорошо, но это хорошо сегодня, а завтра это хорошо, может, станет плохо, так? Так что имейте тоже в виду. Это очень хорошие такие, знаете, ну что ли, подсказки. В ряду сильнейших помимо Каннского педагогического колледжа – Минусинский педагогический колледж имени Пушкина, Красноярский педагогический колледж номер 2, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора Воина Есенецкого и Красноярский филиал Питерского университета гражданской авиации.